Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Попробовать. Но в прошлый раз я выступал, я его во время выступления. Сейчас лишнего не базарьте, кто не хочет, потому что я прямой эфир даю. Отлично. Ей, салам, Тима, как сам? Для пущего, я уже в Питере, созвонимся на днях. Братан, прямой эфир, просто вещай. Привет. О, там сейчас это... Набинабат, бро. Можно я к вашему скажу? Меня мама не баловала, и я вырос на фильмах Балабанова. Панчлайн, бодибэк. Ну, блядь. Это Макс Кири такое говорил. Меня мама не баловала, я вырос на фильмах Балабанова. Это очень сильно. Я просто плакал. Эмоцол. Привет, передавай в прямой эфир за пару. Слово Москва, передай. Пару слов об OG Gang сразу же. Короче, такая хуйня, если ты не вступил в OG Gang, ты идешь на. Лайфстайл, бра. Тот же день. Блять, тут Яночка Скворпинская пишет. Ну что, готовы разъебать? Мне тоже такую хуйню пишут. А не она. Бля, Яна, ты, оказывается, вонючий предатель. У тебя там свои появились телепузики на работе. Пиздец ты, блядь. Тебя захейтили уже все, короче. Телепузики на работе. Ну реально у нее пиздец. Ты говоришь, что у нее телепузики на работе появились свои, Яна? Да. У меня, короче, мой голос вот на трансляции GoKill, братан, прикинь. Вообще нормальная тема, бро. Передавай салют. Рауф Хаттаб здесь. А ты чего его не знаешь, нас тут? Скажи, что у нас тут. Чуваки, у меня. Я слышал недавно заявку, ну не недавно, это вообще заявка наших корешей. Там есть один чувак такой, его зовут Гуччи. И он читал такой текст: рвать на битах этих приторных, что не строка, такой ебащий критикал. Я буду рвать на битах этих приторных. Это просто гениально. Ну, я буду рвать на битах этих приторных пидоров. Бадибэк. Научиться вести прямые эфиры. Нормальная тема. Бля, Набинабат, давай пару слов за пару. Пару слов, Нет, лучше пару речитативов. Пару квадратов, бро. Нужен только дикий фристайл, чтобы никто не устал. Это мой OG lifestyle. Релоуд сразу, бля. Вы разносортные, раз ты испортит, да факт испортит. Вас испортит рэп каждый сборник, нахуй сопли, вы рады сдохнуть, но так испортит. Ты не первый, не последний, бег на месте, это бред, не русский рэп, без нас подохнет, это битва поколения, тебя буду придурок бить, поколение, остановите меня, не мя. Уже где-то летая на битах, перебил твой флот, когда допасли по косам, переводили только время, мы давили по косам, буду баскалом сетчатки, все читаю по глазам, в голове не перекати поле, но без робота по тропам перебегаем, так что бегом на фото, никому не верили, потом что без повода за бортом, и тебя превращает в тупого робота, работа. Бадибэк, это разъёб, пау-пау-пау. Это Астрахань, а вы помните эту девчонку? Только она стоя сейчас. Так Ксюха на полусогнутых, мать твою. Ты должна, да? Жека, у нее есть такие строчки, что она опускает водник. Да, она крутая. Я когда зашел, я сразу сказал, бледно выглядишь. Смело, изи. Это нормальная тема, кстати. Это круто. У нее парни скелетами ходят по городу, блядь, из-за того, что она торгует порохом. Бля, торгует порохом. Подожди, это немного палево. Да это ей сказать нахуй. Говори давай. Давай говори, бэйба. Бля, это какой-то OG дважды в день просто, бля, мэтсол.
Ну что? Ну что? Это трансляция Малаши в голову, мать твою. Малашу. Малаши в голову. А у меня герпес, потому что я сосался с шлюхой на заправке. Красиво, блядь. Бля, вот братанчик всегда жгет, реально. Красиво жить не запретишь, реально. Ну что, с кем еще попиздим? Бля, давай попиздим. Что там стало? Че, кто там? Че там? Нихуя, сколько народу, всем салам, ребятам. Это мало, наоборот, бро. Да, я в душе не ебу, сколько там людей. А, 159 человек. Бля, сейчас убавляться начнут, мои жирные ебалы увидят, съебутся. Нормально. О, кстати, блядь, я один раз, пиздец, хотел подключить корифея, и все тёлки с трансляции ушли, прикинь. Все тёлки просто корифея, нахуй не буду никогда подключать, реально. И под 100, 170, ага, 171. Кто там, гол килла, да-да-да. Где Исла Котокбас? Где Исла Котокбас? Где тот самый брат? Я не знаю, с Вовой Мэтцелом. Короче, чуваки, здесь сегодня все. Сегодня будет рвать на битах, всем быть. Лиговский проспект, 113. Будем разъебывать Ислу прям в очко. Каждый день. Каждый день, дважды в день, в тот же день. OG Gang. OG Gang. Жека, покажи им флекса немного. Немного. Танец шутера. Танец шутера просто для этих пидорасов, реально. Блядь, Жека, какой-то Винстон 777 написал, что Молдова разъебывает вас. Ну, мэн. О, гадэм, давайте не будем начинать эту старую хуйню. Молдова — это уже пройденные шлюшки, типа. У нас теперь появились новые. Ну, Наби Набат король просто, вот, блядь. Наби Набат король этих батлов вообще, типа. Типа, Жан Ясен на костре. Бухой Милош Демон на Ельцина косплея. Ты пока Господь не обратил этот порох в сыр. Допустим, некий комик умер от передоза. Ты не был на нем в курсе, но теперь он на радаре делал песни к Кукулюсу, был ебаным отбросом, но стоило отъехать, и теперь он легендарен. Охуительный концерт, братухи молодцы, я братухи на лице. Я охуел в перформансе такому, просто это заебись, но где у вас хип-хоп? Бля, чуваки спрашивают, где... Где Антон Усепов? Блять, Яна пишет, что она уходит из OG, потому что я ее игнорю. Она изгнана из OG, в смысле? Блять, Яна, ты, оказывается, изгнана из OG, ты со своими этими телепузиками тусуешься с работы вообще, блять. Салам алейкум из Бишкека, Жека. Мне? Всем. Алейк салам. Алейкум салам, реально. Ведите себя достойно. Короче, чуваки, отца это достойная позорьте. Трансляция подходит к концу. Отца не позорьте. Давайте скоро увидимся. Позорьте. Пока. Если читаешь, читаешь.